Моя любимая тема поднятия настроя. Вырывает зубы и вставляет пэды, когда музыкант не сдается без боя. Этот трек для альбома как ковчег длиной. Выглядит усталым и хрип соплями. Антология Star Wars и мусора Майами. С ноги на ногу и перебирает мысли. Он дома, потому что за окном плохая погода. Перебирает диски старых записей, он вспомнил о музыке, конечно, не без зависти. Любимые мотивы старых нигеров Детройта. Этим материалом забитая вся полка. Пару новых дисков с альбома Эминема. И все это накоплено с просторов интернета. Он помнит свои записи, не вышедшие в люди. И эти темы идеальны, но были не по моде. Развитие в России того же самого хип-хопа, где нигерский язык и белая жопа. Студия у друга превращается в коммерцию. Хип-хоп с головой, но с отсутствием сердца. И манит глянцевые диски. Гостовые рэперы, как накачанные сиськи. Срываясь из квартиры и прыгая в машину, он рыпается в город на запись чертовщины, где нигеры покажут свою злость, как учили. Ведь этого не было, вы про это не забыли.